Единороссы из Новоивановского организовали велопробег в честь Дня России. В патриотической акции приняли участие юные жители поселка, которые занимаются велоспортом не первый год и знают все нюансы дорог Новоивановского. Также была соблюдена техника безопасности, и ребята, и сопровождающие колонну взрослые, ехали в защитных шлемах и соблюдали необходимую дистанцию. Участники акции вместе проехали по центру поселка и финишировали возле местной школы.